Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и мы продолжаем наше прохождение 20 минут до рассвета. Давайте пройдем за Хастор. Периодически призывает щупальца, которые атакуют врагов и наносят им 30 единиц урона. Давайте возьмем самое первое оружие — револьвер. Погнали в храм. Здесь у финального босса, по-моему, как раз тоже щупальца. Поэтому будет честно. Посмотрим, чья щупальца-то помощнее. Что-то мне подсказывает, что наша. Потому что с нами правда. Поэтому наши щупальцы сильнее. Револьвер неплохо стреляет. Хороший урон, хороший темп. Действительно, очень сбалансированное оружие. Ну, правда, меня прикрывает щупальца. И коса еще летает. Так, дополнительную хпшку. Локация храм уникальна тем, что как бы тебе не повезло с оружием, с уроном, ты не будешь в силах победить противников, которые вот взрываются крупные. У них такая большая хпшка, единственный вариант это бегать. И давайте поэтому возьмем бегать. Если играть через призыв и вовремя найти, прорядить, это, наверное, единственный вариант, как можно убивать. Но все равно стоять на месте не получится. А вот с другими вариантами на других локациях, там, ну, конечно, на других локациях все-таки какие-то варианты есть. Там можно как-то стоять, ну или пока не двигаться, прям минимально. Так, радиус видимости. Одним взглядом взрываю. Вот я про этих чуваков говорил. Так, темп стрельбы. Пули за каждое сердечко. Давайте вот темп стрельбы тогда. Бывает так, что взгляд взрывает крайне невыгодно, вот как сейчас. И ты теряешь щит. По-моему, я из-за этого потерял щит. Ну, то есть, думал, что пройдешь, и взрыв не будет сразу, а вот он произошел. Ну, не страшно. Так, урон от призыва, плюс 30. Или безумие. В безумии есть прорядить, как я понимаю. А в этой есть вот эта штука, пульс призыва. Давайте безумие, прорядить-то помощнее будет. Этого проще всего взорвать. Он такой тупой. Идет прямо на взрыв. Давай, давай, давай. Опа.
Минус 500. Давай-давай, вот сюда еще подойди. И вали вот сюда. Быстрее! Получился 500. Давай вот сюда. Давай еще копеечки получи от этих тараканов. Сакада. В два раза чаще. Хорошо? Хорошо. Щупальца наносит на 30 единиц больше урона. Так, урон от призыва. Ну, давайте возьмем. Хотя призыва-то у меня нет. Ну, щупальца, щупальца. Так, сейчас этот чувак придет. Динозавр, ну, который выплевывает вот этих вот клопов взрывающихся. Двойной выстрел. Нихера себе, как он вырвался. Мочи его, пацаны. Щупальца, мочите его. Выплевывай, выплевывай. Клинок теней, что за херота какая-то? Блин, ну и я сам подорвался. Давай вот сюда. Отлично, мудила. Сюда, сюда, сюда. Опа. Давай, давай, давай. Тусуйся. Блин, говнюк какой. Да что упадешь-то? Глубокая заморозка. Ну, хоть глубокая, хоть не глубокая. Охрена. Говнюк. На щупальце-то мои чего? Груш там околачивает. Щупальце. С такими друзьями врагов-то не надо. Ну ладно, ладно, не расстраивайтесь, щупальце. Сейчас мы еще копьями будем херачить. Все будет нормально. Так, что тут? Неподвижность. Урон от снарядов, размер снарядов. Снаряды. А в принципе, хрен ли тут ходить-то куда-то?
То есть она не может передвигаться именно во время стрельбы, но это нормально. Нахрен во время стрельбы двигаться. Сейчас мы тут все вкусняшки только соберем через магнит. Щупальца отрабатывайте, отрабатывайте. Круговой обстрел. Давайте круговой обстрел. Сейчас взорвется, вот так. Порождение ада. Отлично. Ну давай уже со своей этой взрывалкой. Прорядить. Неплохо, неплохо. У нас бэтган вообще тут просто все бы уже лежали. Так, волейбол, первый и последние патроны стреляют тремя дополнительными снарядами. Рикошет пуль наносит больше урона после каждого отскока. Ваши пули имеют 30% шанс нанести 3 урона, наверное, тройной урон. 3х урона. Блин, 3 урона — это чё-то такое. Снимок головы. Волейбол. Тремя дополнительными. Первый и последний патрон. А если у меня магазин будет один патрон, тогда что? 6 дополнительными? Или как? Ваши пули наносят больше урона после каждого отскока. Давайте посмотрим рикошет. Работает это вообще? Ни хера не поймешь. А что я взял-то? Подожди, а взял я? А взял я непонятно что. Мне казалось, что рикошет взял. Сейчас мне уже так не кажется. Сейчас кажется, что первый и последний. Непонятно. Как-то летит что-то мощное такое. Смотри, учись. Щупальцы сейчас будут и молниями хрена, сейчас все будет. Сейчас будет все по-честному. Беги, стреляй. Перезарядка. Давно уже надо перезаряжать нормально. Так, ну пора, наверное, собрать богатства-то свои. Так, радиус подбора, восполнить снаряд. Ну, такое всякое. Магическое зрение накладывать от попадания снаряда. О, пульс призыва, вот это хорошая вещь.
Нас к чему-то готовят? А к чему? Вики, стреляй, свежая обойма. Битвой призывом сердца души. Вот такой себе. Так, а теперь я могу двигаться и стрелять? Нет. Все равно нет. Ну зачем я взял это? Верните. Верните бабки. Так, пусть замороженный стоит вот этот вот клоун. Щупальца, бей его. Две щупальца. Ну что вы там, это, груши околачиваете? Давайте. Чем вы там заняты? Вот так вот. Хастор. Так, щупальцы Хастор атакуют вдвое чаще. Отлично. Надо не вдвое чаще, а намного чаще. Призыва, исцеляющие предметы. Свежая обойма. Давайте свежую обойму возьму. Сейчас нам предложат, наверное, этот меня обойму тогда. Скажет, да не надо, парец. Стреляй одним патроном. Рикошет работает. Смотри, стреляешь в этого клоуна, отскакивает в другую часть карты. Это здорово. Вперед, щупальца. Блин, ну как так-то? А вот это тяжелый момент будет. Призыву увеличит скорость снаряда. Давайте урон за каждую битву противника. Для противника все меньше и меньше. Ну, времени осталось меньше и меньше. Противника-то больше и больше. Урон, конечно, увеличится. Да, но то, что у них шарики с некоторым самонаведением, это, конечно, усложняет. Гаденыш какой.
Ой, ничего не нравится. Дайте призрачного друга, пусть он тоже поработает. Попал, только я отвлекся. Ага. Ну ничего, ничего. Щупальцы вперед. Щупальцы, давайте, давайте. Ну, взгляд, давай, морозь его. А, это его щупальца была? А как же тут поймешь, что чья щупальца? Котеныш какой. Радиус подбора. Давайте копье чуть поэффективнее. Блин, ну многовато шариков, но... Мы же понимаем, что это просто тупо много шариков. Ты уж определись, или щупальца, или шарики. Блин, он что, не морозится, нифига. Давайте урон от стихии. Как это у меня одна хпшка осталась? Это вообще непонятно, как это так произошло. У меня было две хпшки. Гаденыш какой, кто это там? Скорость перезарядки. Дайте раздвоение. Сейчас два лавлапа, и мы быстренько подлечимся, и все будет хорошо. Как тут нет двух левелапов? Так, убийственная обойма. Ну-ка. Так, ну наши щупальца-то оказались сильнее. Сильнее. Значит, наше дело правое. Мощные выстрелы. Вот это я понимаю. Все. КПшка ест. Все ест. Опасаться нечего. Что-то эта локация все время какая-то сложная, блин, для прохождения. Все время здесь косячу. Мини-обойма. Ну, давайте одним патроном поиграем. Закипел как чайник.
Щупальца в два раза чаще призывает нам здесь же. Так, скорость бега, поджог. Дайте электровыстрел. Еще молния. Осколки. Давайте еще осколки здесь будут. Рикошеты, осколки. Чтоб за сколько осколков. Сердце тут 30 секунд, это очень важно. Иметь побольше сердец душ. Да, но начало было намного сложнее. Пистолет, конечно, такой себе. Меня, честно говоря, не впечатлило. Ну, как бы само по себе оружие сбалансированное. А в остальном ничего необычного. Так, у нас еще осталось дробовик, арбалет, огнемет. И Бэтган. Посмотрим в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.